Это яблоня, на которой была привита груша. Вот лист яблони, лист груши. И по просьбе подписчика сделаем опять сравнение с родительской грушей. Для полноты картины, для понимания региона, вот инжир у нас не вызрел в этом году. Так, это вот последние плоды. Это сорт талгарской красавицы. Давайте вот это снимем так, по земле. Сейчас, на середину октября, эта груша уже переспела, пересидела. Вкус у нее уходит, он как бы такой пустой. А у этой вкус такой же сладкий, как бывает здесь, в конце лета. Срок созревания сдвинулся, ну, минимум на месяц.